Всем привет, друзья! С вами снова я, Лиза, и вы попали на мой канал. Если ты еще не подписан, то обязательно переходи вниз и подписывайся. Вы помните нашу цель до 1 сентября добить 170 подписчиков. Я знаю, что чуть меньше половины зрителей моего канала смотрят мои видео без подписки. Поэтому, если ты смотришь это видео без подписки, переходи вниз и подписывайся. Но раз ты уже подписался, то я могу не затягивать и начну. Ну и сегодня у нас, как вы поняли по названию, новости 2.0. Хочу напомнить, что это такие новости. Сначала идут новости из моей жизни. У них есть нумерация, они по номерам, то есть первая, вторая и т.д. А потом идут новости касаемо канала, которые я вам просто перечисляю, и они совершенно без никакой нумерации. Ну а теперь давайте уже перейдем, собственно, к новостям. Ну и первая новость у нас о том, что сейчас очень много клубники. Она касается как бы меня тем, что я очень люблю клубники, а ее очень много. И, кстати, на моем канале вышло кое-какое видео, о котором вы совсем скоро узнаете в новостях о канале. Но мне кажется, вы его видели. А если нет, то это вы узнаете также о новостях о канале. Вот, так что вот так вот. Я очень люблю клубнику, ее очень много, красная, вкусная, сладкая. В общем, все как я люблю. Ну а вторая новость у нас на сегодня о том, что за все лето пока что я успела покупаться только 4 раза, ну то есть в речке как бы, на море-то я поеду, вот. Но, а когда это будет в новостях, в общем, новости также сейчас будут почаще выходить, раньше они не выходили, вот. И всего я покупалась 4 раза и 3 дня подряд из этих 4 раз я ходила, и вот это все прервалось о том, о чем сейчас у нас... Третья новость. Ну, а третья новость у нас о том, что уже 3 дня не очень такая погода, дождь. 2 дня подряд вчера и позавчера была гроза. В общем, не очень погода, и поэтому я прекратила купаться. Так бы можно было еще купаться. Вода, в принципе, теплая. Ну, она, конечно, прохладная, но, конечно же, привыкается. Очень классная погода, можно было там сидеть на пляже. Вот, но, к сожалению, вот так вот погода нас не обрадовала. Ну и четвертая новость у нас о том, что я себе тут прикупила недавно вот такую вот подушечку, которая уже стоит у вас на фоне, она розовенькая. Я обязательно приеду на мой, хочу сделать такой уголок, где я буду снимать видео, и туда в этот уголок уже пойдет подушечка. А еще купила футболку, и хочу сказать то, что эта футболка, это паленый Томми джинс, но, понимаете, там не было другой нормальной футболки, поэтому я взяла эту, она еще плюс бирюзовая. А я люблю бирюзовый и голубой. У меня было видео 24 часа в голубом. Вот. И поэтому я люблю эти цвета и не могла ее не взять. Сейчас я вам, кстати, ее покажу. Вот, собственно, эта футболочка. Это, конечно же, подделка, вот тут написано. Но все равно. Я ее взяла, потому что мои футболки были в стирке. Я думала то, что вот надо сейчас в чем-то ходить. А в итоге вот какая погода, и она мне даже не пригодилась. Ну ничего, возможно, я буду в ней еще где-нибудь ходить, может даже на юг возьму, но это не точно. Ну и последняя, пятая новость. У нас о том, прям самая радостная новость. Я создала страницу в ВК, чтобы общаться с вами, отвечать вам на сообщения. И, конечно же, я всех там добавляю в друзья. Эта страница называется Лиза Ни, и ссылка обязательно будет теперь в описании. Теперь она всегда там, переходите. Я хотела сказать, подписывайтесь, но нет, добавляйтесь в друзья, всех добавлю, и, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения вопросики, а потом можете просто со мной пообщаться. Мне нужны вопросики для вопрос-ответ, поэтому переходите по ссылке в описании и пишите быстрее свои вопросики, добавляйтесь в друзья, всем буду очень рада. Ну, а теперь давайте плавненько перейдем в новости о канале. Ну, и первая новость на канале о том, что на канале уже... Ну и первая новость о канале, о том, что на моем канале уже вышло новое видео, как я делала мороженое с клубникой, с моим любимым фруктом, и если вы хотите, ягодой. И если вы хотите узнать, как я делала, и оно получилось очень вкусным, натуральным, и с него не толстеют, и поэтому, если вы хотите это узнать, то скорее переходите на мой канал и быстрее смотрите его, вот. А мы переходим к следующей новости. Я собираюсь снимать коллаб с Катей, кто не знает, это моя подруга. И примерная дата выхода такого видео 6 августа.
И, скорее всего, новости теперь будут выходить чаще, потому что новостей теперь больше. Буду вам почаще такие видео, как новости, снимать. Вот уже через одно видео у меня новости как бы другие. Поэтому обязательно следите за развитием событий. И в следующих новостях я уже расскажу, когда я полечу отдыхать, куда и так далее. Ну, а это были все новости на сегодня. Обязательно подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Нажимай на красненькую кнопочку внизу и переходи по ссылке в описании на мой ВК, добавляйся в друзья и пиши мне в личные сообщения, вопросики и, возможно, просто со мной пообщайся. Ну, а с вами была я, Лиза, и всем пока-пока!